Говорят, жара мешает быстро думать и ухудшает память. Хочется искупнуться. Однако теплый летний водоем может таить в себе опасность. Чтобы отдых не обернулся трагедией, нужно помнить простые правила. Дикие пляжи – это, конечно, хорошо, но лучше найти места полюдней. Кто знает, какое дно у этого водоема и какое оно глубины? Конечно, кристальные воды – это здорово, но в наших реалиях хорошо, если стоя по колено в воде, видно хотя бы голень. Обращайте внимание на цвет и запах воды и не купайтесь там, где много животных. Прописная истина – не ныряйте в водоемах, озерах и речках, если эти водоемы, озера и речки вы видите первый раз в жизни. На дне могут быть разные опасные для жизни предметы. Плотно поесть и купаться – вещи плохо совместимые. Если вы заточили отличный стейк или отведали борща, в воду можно лезть не раньше, чем через час. Уж сколько раз твердили миру: не оставляйте детей без присмотра. Забирайте их на берег каждые 5-7 минут, чтобы не было переохлаждения. И желательно водите купаться либо утром, либо вечером, когда солнце мягкое. Вода – опасная стихия. Помните об этом.